Мне нужна твоя помощь. Матери сказать не могу. Мы с твоей матерью... Расходитесь. Отдых наедине с ноутбуком в приморском отеле. Что тут может быть драматичного? Люди некомфортно себя чувствуют, когда вокруг преступники и головорезы. Они не дети, они уголовники. Недействительно. Но я приехал, и сегодня мне нужно наконец покинуть остров. Либо те, кто были на судне, доложат лично мне, либо вы все снимаете обувь и передаете сюда. Кровь и все такое. Так и описывают голубиный вирус. Меньше читай всякой ерунды. А вдруг мы тоже заразились? Вероятно, это опасный штамм вируса. Один из самых агрессивных, убивающих 9 из 10 заболевших. Оли, пиво с твоей бутылки. Пришли результаты. Инфлюенса Колумбия. Голубиный грипп. Один из наших ребят в клинике мертв. У Эвелины обнаружили мутировавший голубиный грипп. Мы должны немедленно перевести ее в изолятор. Возможно, твоя кровь – это ключ к спасению многих жизней. А вы знаете, кто распространяет вирус на нашем острове? Наркоманы! Пусть сваливаются с Лёборна! Убить детей? Этого ты хочешь? Этого? Наш главный приоритет – не допустить дальнейшего распространения голубинного гриппа. Более того, на весь остров наложен карантин. Извините, как прикажете внедрять такие меры? Они же совершенно точно... Мы вас поддержим. Кто вы? Бундесвер. Нам приказано стрелять! Мы не можем стрелять в гражданских! Они что-то сделали, какие-то эксперименты, что-то... Милая, это не важно. Папа, они там умирают. Почему ты мне не веришь? Потому что я там работаю. Слёборн. Эпидемия на острове.